А, друзья мои, здравствуйте. Сегодня 12 мая. Блогер из Перми, сотрудник КГБ, опальный бывший Бессонов Алексей Борисович. Ну, друзья мои, я с экстренной информацией для вас достаточно интересной. Рейтинг президента сегодня сообщает 7,4%, не достигает 8%. Еще две недели назад он был чуть выше 15, 16-20. То есть фактически теперь понятно, для чего водилась вот эта вот ситуация с коронавирусом, в принципе, при всего лишь так сложном гриппе. Ничего такого, никакой пандемии, вирусологи об этом говорят и так далее. То есть они понимают, что ничем рейтинг не остановить. После пенсионной реформы это самоубийство, он пойдет до такой степени вниз, только ввести в стране чрезвычайное положение. То есть они вот сейчас будут тянуть будут до последнего, чтобы не разрешать митинги и так далее, особенно в Москве. Но, видимо, это уже не спасет, потому что, ну, людей загнали в такую нищету, развалили всю систему управления. Я говорю, у него был шанс, но нужно было бороться с олигархами, раздавать гражданам паи, акции предприятий, заниматься экономикой. Он ничего этого сделать не мог, и в итоге сегодня рейтинг уже за две недели упал в два раза. То есть, фактически, если такие темпы будут, то к июню он будет 0%, ноль, и он фактически уже будет неизбираем. И что он дальше будет делать? Никакими силами ничего не остановишь. Он покончил жизнь самоубийством, к сожалению. Поэтому, друзья мои, впереди... Ну, помните взрывы домов, когда якобы, так сказать, перед выборами, я не знаю, правда-неправда, но есть версия о том, что для поднятия рейтинга... Что они сейчас будут делать? Его уже никак не поднять. Понимаете? Он, в общем-то, Владимир Владимирович Путин, сам застрелился. Вместо того, чтобы заниматься экономикой, системой управления, выборами. Он создал партию уголовников. Генеральный прокурор Правый Кирилюхин Виктор Иванович, Царство Небесное, их назвал подонками, выродками и извращенцами. Это не партии. По сути дела, 210-е, там, организация общества преступного. Потому что фальсификация выборов, полная мафизация управления. И что дальше будет? Как дальше будет? Ну вот сейчас нас всех, так сказать, крикунов будут к ногтю поджимать. Но мы действуем в рамках закона. Так сказать, ничего такого мы не делаем. Поэтому вот такие дела. Рейтинг уже все, не поднять это. Дальше будет очень интересно. Я даже сам удивляюсь, чем все закончится. Но он не спасет страну. Все, к сожалению, он как пикирующий самолет. И выпрыгнуть не может, и все. Что будет дальше? Спасибо, ваш Бессонов Алексей Борисович.